Всем снова привет, дорогие друзья. У нас обновилась студия аналитики специально под матч Virtus.pro Enigma, который является жемчужиной сегодняшнего дня, 100%. Просто по той причине, что это, конечно же, один из самых сильнейших коллективов из СНГ против топ-2 определенный или топ-1, как вы хотите. По версии Dota Pit это топ-1, по версии Epic, Beyond the Epic топ-2, соответственно, коллективы из Европы. Вот. И, по-моему, будет очень интересно. Сейчас узнаем у Сереги вместе с Бобрухой, которые пришли к нам в аналитику. Попробуем узнать сейчас, как это будет. Ну, если сейчас отдадут виспа, Virtus.pro, я просто встану и пойду на пуфики. Посижу, сами анализируйте. Если кого пикнут, виспа? Виспа дадут, Virtus.pro. А, дадут? Нигме. Ну да, у меня тоже будет тогда вопрос серьезнейший. Со мной пойдешь на пуфик? Ну, там ребят, довольно много места. Я и там, и тут. Это вообще, это не сложно. Так, ВП, этот последний матч против Five Man, пропагандировали очень быструю игру. Опять же, эти Nature's Profit, Ликаны и так далее. Хотят побыстрее сыграть, хотят побыстрее вот это свое преимущество наращивать, не хотят играть долгие игры, не хотят играть в лейт, потому что, мне кажется, у них не до конца там получается это делать. Поэтому вполне возможно, сейчас тоже увидим против Нигмы вот эту жесткую агрессию, опять же, такими героями, которые Сэмми, да, которые очень круто, сильно раскрываются в мидгейме, и вполне возможно это давление пойдет. Вопрос в том, как при двух банах еще убрать желательно антимага чуть ли не в первые же баны. А ты вот этими драфтами антимага задавишь? Как раз таки. Но да, там Миракл, бесспорно. Там Миракл, там есть шансы. Да, небесами посланный. Стиль игры Нигмы позволяет им сидеть на ХГ, по дефой, там минут 10-20-30 лишних. И могут спокойно затянуть ее каточку. Я умоляю, просто баньте виспа и все. Вот. Не надо Нигме давать виспа. Они с виспом прокатились по всему Dota Pit'у, опять же. Висп у них был в приоритете. С виспом они умеют играть, и умеют играть круто. Так же, как у Джи, так же, как и вот Секреты продемонстрировали. Это команда, которая, ну, реально в топе. Команда, которая на сильнейших в мире. Минус шарик. Слава богу, спасибо. И антимага сами убрали, Нигма. Да, решили, что не стоит отдавать ЛТВ, видимо. Ну и вообще, в принципе, не хотят играть против подобных спидпушеров. Сами взяли Севингу. И возможно, что это намек на то, что ВП придется банить дровку. Ну и Дарксир. Понерфленный Дарксир, друзья, у которого поменяли полностью сурж. Неизвестно, каким образом он будет сейчас реализовываться, будет ли он все еще настолько хороший, серьезен или нет. И, конечно же, Бетрайдер. Ну, там Тини осталось пикнуть сейчас ВП, и это ГГ. Тини, я так понимаю. Ну да, а что еще? Давно не взял Бетрайдера, еще так. Ну, потому что мы не смотрели Нигму, и кроме этого смотрели Дивайн 3 дня. Там Бетрайдер был недооценен совершенно, он очень редко банился, и порой брался там бейтами, например, на ласт пик с пиком с Вайдовым. Здесь же, в свою очередь, это Нигма. Виха абсолютно точно имеет лучшего Бетрайдера в Европе. Да, в мире. Возможно, в мире. Ну, мы не можем сейчас, к сожалению, судить. Но это Oracle на подсейв против Бетика. Пока все стандартненько. Ну, просто на самом деле ВП полностью здесь правы, наверное, с пиком прямо сейчас Оракла, потому что Винга уже в пике. Соответственно, всего лишь одного Оракла Нигма могла бы забанить, и все. И на этом, по факту, серьезнейшие сейф-саппорты против бета. Ну, там, не считая условной LC, которая вообще тройка, да, но тройка уже имеется у ВП. Интересно сейчас посмотреть, какого героя ВП придумают против этого бетрайдера на мидл, чтобы, опять же, этот герой стоял хорошо, и чтобы у Вихи не было фрифарма, чтобы он не получил быстрые травела, там, и так, и БКБ. Квапа. И просто... Так, квапа, вот как раз-таки она не решает вопросы против бета. Вот она вообще не решает вопросы против бета. Она может нормально постоять и не умереть против бета. Но дальше вот квапа вот совсем не работает. Ну, часто идет как шторм, отлично себя чувствует. Шторм, да, вот Шторм хорош. Опять же, причем мы видели эти лайнапы от кого? А, от Evil Geniuses, в той серии, где Нигма развалила, там был Шторм, Шторм ГПК. Шторм идеально стоит против бета, он его даже гоняет именно вот с ранних левелов, но потом вот эти вот, опять же, кто смотрел эту серию, вторая карта, по-моему, была, из-за хороших передвижений, там была жесткая агрессия от Evil Genius, они просто шли там по товара и так далее. И вот бет, опять же, там сработал на ура. Он телепортировался, хватал этого шторма, хватал там этих героев, и потом они просто за счет вот этих кондергангов очень хорошо вышли. Но шторм отлично смотрится против бета, и это 100%. Удобный распик такой с вингой, когда у тебя ФП, потому что и потенциального вайда типа перекрываешь, потому что есть спап и какой-то сейф, и в плюс можешь намекать, что ты хочешь дровку, можешь какого-то террорблейда хочешь и что-то подобное. ВП закрывашка, поэтому они могут подумать по поводу героя в мидл. Просто чтобы не было этого передвижения бетрайдера в оффлейн. Спирит тоже у них появлялся, этот парень. Очень любят они сейчас сильных суппортов, продолжают эту пропагандировать они своего шаду демона.
опять же. Ну, здесь он обусловлен больше тем, что да, ты можешь зайти, не можешь зайти в спирит, а можешь зайти в спирит брейкера, потому что у тебя там все просто. Это я к тебе тому... Ты по поводу скорости игры от ВП. Что ты говоришь, если Oracle забанят, что у них там Shadow Demon еще есть. Ну да, да. Вон его, кстати, в бан убрали, на всякий случай, чтобы он тоже не появился. Они думали, что может быть Shadow и Oracle. Так это, да. Перебор вместе. Там и четверка играет Заяц, и пятерка играет Соло. Поэтому why not? Эмбер-лайк, это хорошо. Эмбер-спирит. Эмбер неплохо. Ну, это лучший герой ЛТВ, чё. Тут, я думаю, не надо было даже смотреть никакую статистику, все все прекрасно знают, ЛТВ обожает этого героя. И здесь он под Оракл шикарен с точки зрения того, что ты можешь накастовывать в Fortune Sands прямо на Эмбера, и он дает руты при помощи Ремнанта. Соответственно, это вместе с его, ну, в смысле, вместе с его первым скиллом работает очень сильно. Да, это два контроля или... одновременно. Нет, Найкс. Ластиллер. Ну, Найксу пока плевать на все, что здесь происходит. Да, вообще на все плевать. Против Дарксира с Эспиритом он стоит отлично. Вообще ему никто ничего не делает. Там эти, наверное, два героя будут только Вингу гонять. Эмбером почти в любой мете было очень тяжело против Найкса играть. Потому что какой бы ты билд ни сделал, все равно этот герой, во-первых, ну, даже, не знаю, эти рапиры, дейдаусы, когда были, ты его, ну, с одного феста ты его не убьешь. С двух тоже не убьешь. А он там оп-оп. Сейчас, конечно, мы инфест поменяли, надо посидеть немножечко, чтобы хп вернуть. Очень много агила. Не агила, армора. Вот я уже вижу бэтрайдера, залетающего с инфестом, там, ну, просто, да, машина, классика. Огромнейшее количество полосочек хп. Инфест бомба классная, да, тебе просто схватить надо будет кого-то. Да то же сам Торакл убиваешь, и все, ты выиграл драку. Прям вот моментально фокуснуло, а остальные герои вообще ничего не делают, со всех сгрызаешь. Они просто тебя только на СЖ, ну, тебя убегать будут. Придется что-то на физику брать на ласт пик для Нуна. Ну, вот это прям такое физическое. Надо еще помнить, что Бэтрайдер, ты скорее всего в миде. Да. И вот то, что на физику в мид очень редко справляется с мышью. Да. Но ты, ну, ты, я даже не знаю, ты мыслишь таким образом, что типа, окей, ты не можешь быть не стоишь против Бэтрайдера на 100%, ты там типа проиграешь ему 70-30, но зато ты выйдешь в лес, потому что любой физик хорошо фармит обычно лес. Типа Магнус, условно говоря, да, там, это и РП против Ластиллера, это и хорошая физика, это плюс дэмэдж для Эмбер Спирита. Да, сейчас, может быть, опять же, да, вместо 100 на Эмпауэр сделали 70, соответственно, фармишь ты не так быстро, как раньше, но это не настолько серьезно. Ну, в любом случае, фармишь, и КМП одни падают так же почти. Да, вот минус Магнус они решили сами убрать, потому что решили то, что Нигма его захочет себе на троечку. Разор, надо же. Не ждал этого героя даже близко. На Фури он хороший банда, мы уже видели матчап от Нуана, когда он разнес. Ну, в принципе, на Фури очень круто. Да, и тогда, кажется, против Бэтрайдера он стоял, он себя отлично очень чувствовал. Угу. Тут без ДДшера они с Ластиллером не справятся. Тебе нужно, соответственно, на ЛТВ, наверное, ставить на Эберспирите в мидл, а Нуна ставить на каком-то фармиле вниз. Ну, если типа ЛТВ хочет играть на Эмбере, то лучше в мидл против бета поставить. А Нунчик на легкой линии пускай играет. Мне нравился Морфлинг, но они его убрали сами. Медуза. С медузами картина их драфта тяжело клеится. Это, в принципе, тяжеловато. Просто смотришь на это количество станов, которые снизу, да, еще Рубик один плюс ко всему сворует. Может, им вообще хосты своровать. Мне кажется, им темп подойдет. Как бы плевать на вышки, потом с Рошаном заберетесь как-нибудь. А вот если у вас герой просто хотя бы сильный на линии, у вас неплохой потенциал. Потому что там ты, в принципе, тоже один на Фарчина какой-то, на самом деле, смотрится здесь не так плохо, мне кажется. Нету дэмэджа по Арии вообще никакого. Станы сбрасываешь, лосо сбрасываешь, Найкс тебя не бьет, ты там, типа, накидываешь просто, ну, постоянно ловкость, получаешь ассасин шифта. Мне кажется, довольно неплохой вариант. В принципе, да. Хоть и поменяли, конечно, Дарксиру, но в любом случае это хаста на тебе постоянно. Все замедления, все скидывает. И Оракл за спиной постоянно. Так что да, мне кажется, Сларк надо бы это. Часто, да. Мне кажется, это перекрывашка, короче, по поводу того, чтобы ВП точно не взяли себе спектру. 100%. Потому что если еще против Найкса она что-то делает в этом мире, то, ну, еле-еле, то Слардара она вообще ненавидит. Ну, Никма очень крутой драфт, такой балансный, когда в любой момент, если что-то пошло там не так, можно там 30 секунд потратить на Рошана, Рошан умрет. С Вингой, с Лардаром, и, в принципе, тимфайт такой, очень... нет большого кулдауна никакого. Очень хорошо, и Бэтрайдер не привязан к Дайгеру, потому что он с меда будет играть, второго лаба БКБ, соответственно, у тебя, ну, и не будет вот этой инфест-бомбы ранней, а Слардар как раз-таки возьмет себе этот ранний Дайгер, и вот там вот инфест-бомба будет, Слардар, Ластиллер. ВП, что кроме Сларка? ПЛ? Да вот смотри, у ВП огромная проблема, у них ноль контроля через БКБшки. Ну ноль. Да, ну ДП хорошо стоит против бета в миде, бетрейдеры ничего не делают, а вот то, что у них нет вообще физы,
как бы, и от эластилера... Ну, типа дезоляторный эмбер, хватит да, ли этого? Нет, не хватит этого. Вот ВП надо постоянно быть в драке, постоянно в движе, что-то создавать. КД и экзорцизм — это единственная большая КД, кстати. Тут вообще проблемка, на самом деле, Virtus.pro, огромнейшая проблемка. И не знаю, как из этой ямы убираться. Ну, вот первый шанс будет очень важен, очень. Потому что если забирают его себе Нигма и Аегис на Найксе, я не знаю, как они должны его убить. Ну, смотри, вот картина простая. Ты включил экзорцизм, под экзорцизм тебе нужно драться. Ты подрался, и остается где-то там треть экзорцизма, и тебе нужно Тауэр забирать, и все. Тебя... Ты не можешь зайти и нормально побить Тауэр, тебе некем бить Тауэр. Ну, очень много раз было ситуации, когда ДП там раскрылась, все круто, модно, но она получает метку, тысяч-тысяч, и все. ДП нет. Да, если ты даже драку выиграл, ты все равно даже не сносишь Тауэра. Наверное, на Эксу, на самом деле, из плюсов для ВП будет сложновато, просто это все кичить нормально. Да, там Кайтес сумасшедший. Там очень много станов. Там у всех героев есть по стану. Ну, все это станет. В смысле Кайтеса. У тебя Венга, достаточно медленный стан, ты его доджишь. Венга, Бет, Слардар, Лайстиллер, само замедление и еще... Рубик. Давай Рубик так. С двумя скиллами. Я на Нигму. У Нигмы пик реально проще, в разы проще. Согласен, вот тут я вообще... Не можно даже ошибиться много раз, все равно у тебя есть выход к Рошану, и, в принципе, у тебя все равно будет урон за счет метки и Найкс. Найкс, в принципе, съест любого. Окей. Я думаю, что мы здесь все за Нигму с точки зрения драфта, посмотрим, что думает по этому поводу париматч. На все БО3 у нас 1.55, фаворитом абсолютным является Нигма 2.35 на Virtus.pro. Опять же, напоминаю, что это всего лишь на БО3, вы можете найти другие коэффициенты на другие исходы событий в рамках этого противостояния. Тоже у нас под трансляцией находится БНР. Рочек, залутайте себе бонус от наших друзей по рематч 100% к первому депозиту. А мы отправляемся к нашим комментаторам. Думаю, что ненадолго. Думаю, что игра вот-вот стартует, и это очень важный матч. Как вы, Александр, отошли от вчерашних суперигр Дивайна? Да, я как бы... Да. Мягко говоря, я ждал этого дня. Да, я наконец-то врываемся мы на Immortal дивизион, и наконец-то наши ребятки играют. Да, причем сегодня уже, конечно, одна игра состоялась. Ну, вы сами все видели, вы сами все понимаете, что сверхфавориты Secret и FTM, у которых все... хуже и хуже получается в последнее время. Здесь, в общем-то, неудивительно. Ну а здесь ситуация следующая, если вкратце. ВП, ЕГЭ и Нигма идут на первом месте со статистикой 2-1. Все, что всякие дополнительные показатели, это сейчас еще не так важно, потому что осталось сыграть много игр. ЕГЭ, конечно, внезапно потеряли очки в матче с Нави, и этим, скажем так, подарили побольше интриги. Но сейчас важнейшие матчи для Нигмы и для ВП, потому что напомню, что борьба идет за первые два места главным образом. Первые два места — это выход в Венера. Так, здесь Ремена сильно достаточно пробили. Но это Венга, все-таки не хватило дэмэджа, да. Я так понимаю, все-таки за счет только одного щита пробивали. По итогу, да. Висит там еле заметный. Ну, что здесь можно отметить? Здесь можно отметить сигнатурных персонажей, таких как, конечно же, Oracle от Солоча. Ну и самое главное, это Ember Spirit от LTV. Мне кажется, с Ember Spirit у ВП лучше винрейт, чем с любым другим героем. И самое главное, что LTV на нем себя показывает супер уверенно, чего не сказать про многих других персонажей. То есть на нем он прям чувствует, когда надо пофармить, когда надо прийти к команде. Посмотрим, как будет здесь, конечно. Сигнатурная, опять же, банша для Нуна, на которой он часто достаточно исполняет. Но, конечно, стоит помнить, что сегодня ночью вышел патч. И патч этот не внес каких-то фундаментальных изменений в целом в доту, но некоторых героев переделал. И переделал достаточно серьезно. Ну, например, Дарксир теперь больше не дает возможности носиться на там, 2000 МС. Ну да, как раньше. Но, казалось бы, ослабление. Но на самом деле, с точки зрения тимфайт потенциала, он нисколько не ослаблен. А с точки зрения как раз-таки Сурджа в начале, он усилен. Потому что раньше герой на Сурдже мог бегать очень медленно. И там под вандами он еле-еле ковылял даже на Сурдже. А сейчас все. Сейчас старый добрый Сурдж, который силен с самого начала. И вот здесь как раз-таки вопрос. Это было ослабление Дарксира или все-таки его усиление? Потому что, ну, будем честны, бегать на 1000 МС плюс тебе не всегда нужно. Тебе иногда достаточно там, ну, 550 вполне. Вывод крипов от Зайца. Да, да, и опять же, ну, из таких вот самых, наверное, ярких изменений последнего патча, это Doom неплохо так бросается в глаза за счет того, что теперь регена меньше на линии, то есть, ну, ты более уязвим становишься. Вот, ну, а так в целом, и это больше такие небольшие нерфы, мне кажется, в патче, если так в целом посмотреть. Ну да, вот Darkseer, комбинация Инча с Клинксом, вообще такое изменение, вот это стандартное изменение, когда сначала вводится какой-то баф на ХП, а потом меняется баф с ХП на, так, отталкивает Зайц здесь Миракла. Ну, его тут могут все еще пробить. Ну, ладно, отпускают с богом, снимают вардец. Наверное, надо уже больше к игре переключаться. Но, с другой стороны, здесь пока по игре сказать что-то сложно, потому что мы видим в миде ситуация пока что в пользу Нуна, но, опять же, Виха
безусловно, будет напрягать всю карту, и его со счетов нельзя списывать, если он прям совсем свою линию не зальет. Сверху лайфстиллер, в общем-то, фрифармит, хотя пока не какой-то невероятный у него крипстат, но он здесь должен добивать все и вся, никак не должны его убивать. А так, вот снизу Солч может пострадать, у него очень больно, еще буквально парочку ударов нужно дать, Сола, еще тычка от Джейча летит, да, Сола погибает на ФБ. Тычку Джейча русская. Да, и ФБ забирает Нигма. Одного удара Слардару не хватило, чтобы был башек, чтобы забрать ферстблат, но то, что четверка забирает, это тоже очень здорово. Нигма, конечно, для меня все еще команда-загадка и в онлайне, да и вообще, наверное, даже если бы сейчас это лан был, потому что у них вот как бы их потенциал очень высокий. Мы знаем, что они, когда включаются, ну, собственно говоря, от них никто ничего не ждал, но они включились и на последнем инте заняли второе место. Хотя до этого, ну, вроде бы смотрелись там вообще неважно, скажем так. И вот здесь также, то есть они от игры к игре. Иногда они очень круто действуют. Так, Соло. Поднимают его. Да, проблемки снова у Оракла здесь. И Солч может второй раз отправиться в таверну за последнюю минуту. Да, довольно легко. Вот, против Слардара. А еще и ЛТВ подцепили. Да. А ЛТВ очень больно. ЛТВ отпускают его, но очень больно. Пробили его. А что по регену, кстати, не обратил внимания. Есть ли там реген какой-то? Да, фласка есть? Фласка имеет. Окей. Ну, конечно, здесь Соло нужно было задуматься над тем, чтобы вкачать второй спелл, потому что Слардар, прямо скажем, под вторым спеллом, под фейтс эдиктом, он вообще не боец. Ой-ой-ой, как пробили майнд-контрола. Нужно ему отойти, дождаться хила. Хил уже выехал. Ну и сейчас Джейчу тоже тут можно доиграться, потому что фисты через 5 секунд. Нужно быть аккуратным. В миде 22 на 5 против 14 на 2. Серьезное преимущество Нуна, прямо скажем. Но опять же, бетрайдер от Вихи, он настолько вредный, что да, он свое еще возьмет. Тут и лайнап такой, то что неприятно все-таки бетрайдером против ДПшки стоять. Считается, что ДПшка в разы себя комфортнее чувствует. Но за счет сифона так и происходит. Хасту собирает Нун, перекликал он Вихи. Это соло-фраг должен быть, по идее. Должен быть соло-фраг, но бет уходит в итоге на хайграунд. Он воспользовался своим фаерфлаем. У него есть еще и фласка и регенмана, поэтому... Ну, вот он хитрец, вот этот вот опыт на бетрайдере, знает все дорожки, все триксы. Ну, самое главное то, что бетрайдер в миде экспу получает, это для него основное сейчас, как можно быстрее получить лассо, потом быть полезным как-то по игре. Фарм здесь не особо сильно важен. Окей. Да, безусловно, Нунчик должен был линию выигрывать. У нас снизу погибает тем временем майн-контрол, неплохо. Здесь на Эромена сверху нападение, в два счета его могут сейчас попробовать забрать. Эромен, еще Сурдж. Ну вот, Накстурж работает классно сейчас на первом уровне. И буквально еще один удар. Есть фраг от Зайца. Отлично. Да, два фрага делают ВП, и счет сравнивается, 2-2. Дает из ботла попить резолюшену, сам выпивает немного, идет, забирает первую баунти-руну, возможно, даже заберет вторую. И коэффициент от пари-матч подъезжают, обновленный на карту, мы видим, что здесь все гораздо более уверенно для ВП, ну, практически равный 1.97 на 1.77, но аналитики предостерегали вот такой вот сноубол, возможный в мидгейме от Нигмы. Посмотрим, как это будет. Так, здесь Миракл отступает, не очень. Но его тут особо-то и не пробивают, как бы, да, он просто побегал, помансил, пятый левел получил и нормально себя чувствует. В итоге за вышку забегает Virtus.pro, но Миркл по таурам пофармит дальше. Да, ему здесь главное так. Так, а вот ЛТБ забрали. Вот это проблема снизу. Нападаю здесь на Миракла, но Миракл, в принципе, готов даже по таврам драться без проблем. Тут еще стан можно закинуть по Зайцу. Заяц больно ему, отталкивает Миракла от себя и в итоге выживает. А вот как ЛТБ снизу потеряли, это вопрос. Ну как? Опять, да. Ну, под станчик, видимо, телекинез. Телекинез, баш, стан Слардара, еще удар, еще баш. Там он успевает 4 удара сделать довольно быстро. И пока что лайфстиллер идет очень хорошо. Ну, Эмбер Спирит, надо сказать, что опережает Слардара все равно. И в целом у ВП ситуация чуточку получше. Там сверху снова драка, судя по всему, или попытка была ее навязать. Но нет, уходит ВП под вышку. Как вообще будут с Дарксиром решать проблему? Потому что все-таки лайфстиллер очень важна фиксация. Так, ЛТВ. Ой-ой-ой. Башек. Башек бы сейчас, но выживает. ЛТВ перетянулся заяц сюда, под щитом врывается неплохо. Замедление по майнд-контролу. Майнд-контролу очень больно, все-таки добивает его здесь Соло. И это еще одна смерть у флейнера у команды Нигма. Даже так получилось, что Соло его прям просадил, дал ХП, и фисты залетели. Фраг для ЛТВ, это филикалер. А, для ЛТВ, прошу прощения. Я думал, что Соло добил, если честно, потому что прям анимация залетала. С фистами одновременно. Но это помогает Эмбер Спириту еще набрать нетворса. Как раз-таки это очень и очень важно для такого персонажа. Экспа вроде как у него имеется в достаточном количестве. Скоро 6-й уровень. Ну и нетворс тоже приемлемый. Пока, в общем,
расчет, как всегда, на Miracle у Нигмы. Ну и Виха, наверное, какую-то лепту здесь несет, безусловно. Хоть у него по фарму не очень на миде, да, мы видим разницу. Ну, не сказать, что прям критичная, там 400 голды относительно Нунчика, но он будет в любом случае полезен по игре. Я уверен. Ну, посмотрим, как он будет включаться, потому что, конечно, плейстайл Вихи — это такая супер агрессия, но пока что 7 минут, мы от него вообще... Там в миде нападают, кстати, на него сейчас, врывается здесь Заяц, неплохо затолкали Виху, и Виха горит, но сюда подтягивается Джейч на помощь. У Вихи реген, он хочет прям до конца выманить все ресурсы, после чего нажать реген. Ну, вот в этом игра Вихи, то есть вот он остался, он еще на секунду задержал Урспирита и Баншу, еще вынудил их так, ну... Мол, я остался, давайте, посмотрите на меня. И ты каждый раз, когда такое видишь, думаешь, что это он, что это, может, он ошибся. Но нет, он все контролировал. Он просто разводил еще на дополнительное время какое-то, пусть секундочки. Ну, конечно, от Вихи обычно больше импакт. Обычно он уже... Ну, я так понимаю, от Рвала ждет. Рвала появится, будет достаточно мофспида, начнем по линиям летать как-то и драться. Скорее всего. Также Нунчик, в принципе, с линии особо тоже никуда не уходил. Уже 7-й левел имеет. Экзорцизм пока что не прокачал снизу. Может быть, нападение на майнд-контрола. Подвязали его здесь. Рядышком GH поможет. А ЛТВ тоже врывается. Неплохо. Майнд-контрола должны забирать. Майнд-контрол минус. Еще бы Рубика поймать. Рубик под замедлением здесь. Ну что, да, под вышку, ну, пойдут, да? Тут, конечно, 4 да. героя, тут очень много урона, и под аркан руны и ДП никаких шансов для Рубика. Он даже, по-моему, стики решил не нажимать. Ну, потому что смысл в чем? Все равно много времени не выиграл бы. И в итоге 5-3, ВП все еще ведут по фрагам и смотрятся получше, но лайфстиллер имеет очень-очень много. Он продолжает разгоняться. И смогут ли вот эту проблему решить? Потому что мы-то все прекрасно понимаем, что на таком темпе, вот он взял Мидас, будет инфест-бомба со Слардаром, здесь вывезли Земелю, отталкивают его. Ой, Виха, красавчик, конечно, здесь не дал укатиться. Есть экзорцизм от Нуна, Нуна откидывают, Виха вроде как успевает убежать отсюда. И на этом драка подходит к концу. Нунчик до конца, под вышку идет РМН, заходит со станом, Нун! Ошибочка от него, может быть, да, погибает, Нун просто на ровном месте. Вообще просто... Я не знаю, на что он рассчитывал, если честно, но я бы понял, если бы там какой-нибудь Юл или что-то еще такое было, как-то пожить там за счет сифонов и прочего, но... Знаешь, если ВП представить как какое-то здание, это сейчас прям центральная, самая прочная колонна взяла и обвалилась внезапно. Самый стабильный игрок, на которого обычно возлагается... Ну, скажем так, не то чтобы все надежды, но... Очень страшно. Много должен сделать. Ну да, он просто зашел и умер. Наверху могли сейчас напасть на резолюшна, но он убежал уже с линии, под вышкой стоит. Еще экзорцизм отдал, что тоже вдвойне неприятно. Но здесь выход под баунти руны. Так вот, ты говоришь, что драки вроде бы ВП проводят неплохие. Да, они дерутся, вроде делают фраги, но пока полезного по карте ничего не сделали. Ни одна вышка не упала до сих пор у команды Нигма. Им можно спокойно фармить, продолжать. Например, там уже Миркл подцепили, кстати, резолюшна. Да, и Стур шварует Рубик, поэтому здесь ноль шансов убежать, конечно же. Резоль минус, две баунти руны здесь забирают. Ну, так, параллельно у нас там, отдали справа. Да, забирают все-таки Виху, здесь втроем его одолели. Ну, вот, приходится тратить большие силы, но опять же, стоит понимать, что это бэтрайдер, что на него нет какого-то майнд-контрол снизу разбирается с Солчем. Нет на него какой-то вот сверхзадачи сделать из бэтрайдера главного убийцу. Нет, он спейсит, он... Так, сейчас вкатывает. Джейч подставляется здесь в наглую. Да, быстро его забрали. Отличный фраг сейчас. Миракл перетягивается в мид. Курьера бы добить, нет? Ну ладно, катапульта важнее. Тоже очень много нервничать начинают Нигма, какие-то странные перетяжки. Рубик зачем-то вышел на ДП, и здесь как раз-таки отлично отыграли ВП. Но экзортизм есть, можно подраться сейчас в миде. Он уже откатил, Виха пошел вперед, лассо у него имеется, можно поймать Зайца. Заяц отталкивает Виху, от себя бежит Миракл, есть замедление, и Заяц сейчас горит. Да, Магнетайз пошел, ворует Рубик волну. Удеспрофит. В общем, практически не видим мы, что там происходит снизу, а там забрали Слардара, пока мы сюда смотрели. Там перетяжка идет от АЛТВ. Очень, возможно, будет выход. Фрагов. Нереальное просто. И снизу кто-то умирает, и сверху. И Миракл подключается. Но Миракл традиционно. Он вот даже на любом герое он подключается. На Вардене он подключается копией, на антимаге он просто приходит буквально там с одним ПТ и бандом зачем-то драться. И так играет Джейч. Джейч снова в том же месте, может погибнуть прямо сейчас. Уже под Т2 практически забежали. ВП все-таки забирает Рубика. Но здесь ответная атака на Солоча. Солоч на себя уже закинул. False Promise, ЛТВ нужно убегать, заевэдил вроде как стан, ушел далеко, Соло на себя просто выманивает Виху и Майнд-контрол и погибает.
Да, дал ультимейт с большим кулдауном, но в целом там он выиграл время, понимая, что ВП стараются действовать агрессивно. Они в своем ключе, они залетают, убивают героев. Но, опять же, это никак не мешает Мирку. Посмотрите, да? У него 5800. Все герои много бегают, все много умирают. Я бы сказал, эти размены даже в Нигме в пользу, потому что во всех драках практически Миракл выходит в плюс. В большой плюс. Вот сейчас зайца заберут. Вышки, опять же, Virtus.pro не забирают, и Networks у Миракла продолжает расти. Драк за драка за драка. Да. 2.08 на Virtus.pro и 1.7 на команду Нигма. ВП у нас все еще в статусе аутсайдера здесь. Ну да, и они чуть больше даже. Действительно, размены в пользу Миракла хотя бы по одной простой причине. У него вот этот Мидас, который отрабатывает, но... Дальше будет больше. Дальше будет инфест-бомба либо с Бэтрайдером, либо с инфест-бомба с Лордаром. То есть здесь реально есть где развернуться. 6100. При этом Бэтрайдер, несмотря на то, что он выигрывает так много времени, так много спейса, он еще идет третьим по нетверсу, опережая и Эмбера, и Дарксира. Немножко проседает селедка, и вот в этом есть определенная незадача для Нигмы. Потому что был бы сильный Слордар, вообще все было бы отлично. Но Слордар не очень сильный. Брошка, кстати, великолепный айтем для Бэтрайдера с тревелами. Супер артефакт. В третий раз уже, по-моему, в мид перетягивается Virtus.pro в надежде забрать эту вышку. Но здесь Нигма готовы принимать бой. А ЛТВ здесь под минус армором. Бегут за ним. Есть стан. Влетает заяц. Неплохо. Майн-контрола можно забрать. Майн-контрол погибает. Отлично. Ну и теперь, наверное, Нигма отступит. Хотя ЛТВ идет вперед. Подцепили еще и РМН. А РМН уже тоже в таверну отправится прямо сейчас. Есть лассо. Увозит зайца. Сейчас Виха. Ну а там сейф от Солча залетает. В итоге Виху еще цепляют. Саленс. Виху не отпустят ни в коем случае. Минус Бэтрайдер. Даблкил делает ЛТВ. Вот это нафидели Нигмы сейчас, конечно. Да, не заходили в драку по одному, в то время как ВП были изначально все в пятером. И, безусловно, выиграть драку здесь никак не получилось, несмотря на урон от Бэтрайдера. Все-таки он периодически, там есть уже мека, там есть Fates Edict. И, если что, был False Promise. ВП стандартный свой вот этот мув под названием осада Тир-1 Тавра. Очень долгое, очень важно его забрать. Но, конечно, Нигмы понимают, насколько критично отдавать этот Тавр. И не отдают. Не отдают, они продолжают обороняться. Появился армлет у Миракла. Миракл еще проще теперь будет жить, драться как-то. Возвращается Виха уже на линию. Да, лассо нет, но драку они все еще могут принимать. За спиной стоит Джейч. Так, привязали Виху, есть врыв, заяц неплохо закатился, экзорцизм от Нунчика, свап от Винги сразу же, погибает первым в итоге у нас заяц. Дальше ЛТВ очень глубоко здесь зашел, РМН горит, стики прожал, в итоге выживает, Миракла тоже неплохо пробили, свап еще один, РМН отправляется в таверну. Майн-контрол бы какого-то забрать или как-то до конца за Виха, Виху в итоге забирает под вышкой, майн-контрол пытается убежать, но тоже отправляется в таверну. Минус 3 уже делают Virtus.pro, тут драка продолжается, ЛТВ достаточно биты, но заберут Джейча, в живых остается только один Миракл, и Миракл вынужден уже убегать чуть ли не под фонтан здесь, под Т4. Его привязали. Да ладно, добьют. Да, добивают еще и Миракла. Тимвайп. Он то ли неудачно сыграл армлетом, ну как же круто здесь действовал ЛТВ. С аркан руной он заманил двух героев, черт знает куда. На него потрачено куча времени. Дождался отката Ремнанта и еще и выжил после этого. Нереальная драка для ВП, 2000 за ними. Наконец-то они ломают вышку. Все это под 15-ю минуту под баунти руны. И сейчас у них будет большое преимущество. Да, Нигма очень плохо подрались. Вот как раз-таки тот самый сноубол, о котором говорила наша студия аналитики, но, правда, только для другой команды получился, для команды Virtus.pro, которая вот к 15 минуте уже 3004 даже ведут. Но вот можно пока что сравнить кэрри обеих команд по показателям. 4600 урона. Мираклу не хватает очень сильно фиксации, о которой изначально говорилось. Он бегает, он, безусловно, быстро съедает героев, но он не может зафиксировать Эмбера, он не может зафиксировать ДП. А Бэтрайдер при этом где-то там что-то летает, лассо у него по какой-то причине нет, либо его законтрил Оракл, Винга умирает, Слордар вообще не держит удара, это один из лучших фиксаторов в данной ситуации. Да, майн-контрол 9 левел и прям вообще печаль, да, по нетворсу как саппорт сейчас идет. Игра, мягко говоря, не задалась. У него. Он сюда перетягивается вниз уже. Virtus.pro, уходит майн-контрол, уходит также Виха здесь. А что, кстати, по айтем-билду? Он хочет блинк, но до блинка ему еще очень-очень много фармить. Да ему, в принципе, здесь не вариант выходить во что-то другое, потому что у него слишком мало. Нападают на Эромена здесь, уворачивается от болдера зайца. Зайц тут еще может уйти. Да, но может и не уйти. Хотя неплохой магнетайз. 2 ТП делают сюда Нигма, стан залетает. И чуть ли не вчетвером сейчас зайца будут избивать, пытаться. Он под минус армором, должны его видеть.
Да. Miracle заберет фраг, но очень много времени потратили за четверку. И при этом еще и вышка падает. Ну, динает ее, конечно, Рубик. Но тем не менее, можно сказать, что Заяц выиграл время. Пока там ВП занимались фармежкой какой-то еще. Так, ну что, сразу же смог. Вот команда Enigma, дезолятор себе далее будет Miracle приобретать на лайфстиллере. Побежал майн-контрол на ноге, но на ЛТВ сложно будет ворваться вот так вот на ноге, учитывая, что это Эмбер. Что это такое? Не знаю. Сайленс получает Miracle. Miracle, да ладно, свапает РМН вовремя, иначе Miracle могли бы просто забрать. Но сам РМН погибает. Нереальную дичь исполнили. Так, там погоня за майн-контролом, а ЛТВ привязал его. Майн-контрол откидывает башню, сюда уже бежит резолюшн, какой-то вакуум, сурд, что-то такое нужно дать. Майн-контрол убегает. Контроля не хватает команде Virtus.pro, чтобы как-то зафиксировать этого Слардара. Вот чинцы откатили, ну и соло. В лучших традициях забирает себе фраг. Ну да, нормально так у него. 4-4. В принципе, ВП доминирует. Им не сказать, что нужно какого-то героя прям нереально разгонять. Но Enigma сотворили сейчас абсолютно необъяснимую вещь. Какой-то непонятный ганг на пик, который ты, в принципе, вот так вот не зацепишь. Я понимаю, еще первый идет Венга. Она может подсвапать под Слардара. Но первый идет Слардар, который не на речке. Тут еще и Виха умирает. Но Виха тоже что-то исполнил непонятное, да? Тут уже пытаются заспейсить. Который не на речке, не получает мувспида. ЛТВ забирает еще и Рубик. Но все, это тотальная доминация. Осталось только, так сказать, перелить эту доминацию в падение ТВРов, в Рошана. И ни в коем случае не позволить Enigma вернуться. Ну вот, можно как минимум вышку снизу забрать. Либо в миде попробовать Т2. Есть экзорцизм, почему бы и нет. Куда пойдут только, вот в чем вопрос Virtus.pro. Пока вниз, все-таки Т1 проще забрать, чем Т2. Билд через дизоль очень классно заходит в такой ситуации. И физика дополнительная, и как раз против вышек хорошо. ДП аккуратно тут ломает, без экзорцизма. Но там на Т2 уже делаются ТП. Вот команда Enigma. Джейч здесь, пошел фейтбол. Привязали Джейча, форстав, нужно бежать. Своровал, кстати... Ремонт себе, по-моему, да, своровал. Это так, он выигрывает время. Непонятно, правда, до какого момента он будет выигрывать время. Здесь, конечно, очень тяжело, потому что уже какие-то блинки не спасают от того же Слардара, просто потому что есть грейвзы у Virtus.pro, у них есть этот Дарксир. Да, в миде РМН может пострадать прямо сейчас. Смог сразу же разбили Virtus.pro, Заяц уже покатился вперед, хорошо задевает камушком, и РМН уже в таверну, считай, отправился. Нунчик до конца здесь сразу же давит. Нашли майн-контрола, который фармил лесочек Сайленс. Получай, кстати, Романа, видимо, отпустили. Решили майн-контрола забрать. Да, он повкуснее будет. Стики нажал, но это не помогает. Хотя вот на самом деле нетворс у них примерно одинаково, если так посмотреть, что майн-контрол, что у Винги. Очень тяжелая ситуация. Да, Вингу отпустили, ну и фиг с ней. В принципе, от Винги здесь особого проку не будет. А вот Слардар сильный, очень нужен Enigma. Но этого Слардара нет, и непонятно, появится ли он в принципе. Да, Miracle пытается сплитить, фармить, что-то там ломать, но он уже далеко не топ-1 нетворса. Да и опять же, его одного не хватит. Ну, ВБ продолжают в своем стиле, расставляют агрессивные варды, просто наказывают как можно больше героев оппонента. Они это хорошо умеют делать. Так, и вот сейчас Бэтрайдер, который очень хочет вылететь на ЛТВ, бан. Но там сверху тем временем на Miracle могут напасть сами Virtus.pro. ЛТВ успевает уйти. Сверху уже идет нападение на РМН вместе с Miracle. РМН погибает, Miracle прожимает рейдж, пытается улететь. Вот проблема в том, что нет какого-то контроля сквозь иммунитет к магии. Какой-нибудь бушерок бы, я не знаю, но только никому не соберешь особо его. Да, поэтому может себе позволить вот так вот улетать в наглую Miracle на лайфстиллере. Ну и Рошан, как следствие, сразу же от команды Virtus.pro. Да, здесь забирать Рошана, после чего идти методично, продолжать вот так же давить и потихоньку-потихоньку приближать игру к завершению. Потому что, ну, преимущество на самом деле не такое критическое по золоту. И вот буквально Enigma одну драку провести, и их пик наберет силы. У них появится сильный Слардар, у них уже сильный Рубик на самом деле. Несмотря вот на все проблемы, Рубик у них реально хорош. Ну и лайфстиллер, конечно, мощный. Так, нападение на Зайца. Виха далеко за вышку задавил. Даже если ты Зайца сейчас подцепишь, но ты его не сможешь по-быстрому забрать. ВП успевает перетянуться. Виха под Салицем, вакуумом подцепил его резолюшн. И Виха сейчас умрет. Да, Виху убивают. Тем временем Джейч видит его. Джейч возвращается. Ой-ой-ой, сейчас ТПС обьют еще. Да, красиво отыграл здесь соло, конечно. Но и Джейча нужно забирать. Сален залетает от Нуна. И это минус Рубик сверху. Типа просто...
конечно, хотел Рубик уйти отсюда, но типа просто выиграли время. Я думаю, прекрасно Виха отдавал себе отчет в том, что с высокой долей вероятности оттуда он не уходит. Но здесь у него нет дороги назад по одной простой причине. Он играет только в такого бетрайдера. То есть вот чего-то другого он не исполняет, он постоянно куда-то летит. Если преимущество есть или если равная игра, то это супер круто. Но если соперник обладает преимуществом, то вы видите, что из этого получается. Miracle, Дезолятор, Вэмбрейс, есть Армлет, такой олдскульный лайфстиллер, прям самый олдскульный, который только был через Мидас. Да, но этого недостаточно. Желательно что-нибудь еще сверху иметь, Башарок хотя бы какой-нибудь. Потому что Лордар сверху иметь. Ну да, да, это... Но если нет Слардара, нужен Слардара-заменитель. Ну да, Эбисол здесь. Как вариант. Но много денег, конечно, нужно лайфстиллеру, чтобы бороться сейчас с пиком команды Virtus.pro в одиночку. А ВП тем временем забирает вышку в миде и Ремена бонусом. Ну, Ремен тут что-то подошел. Но что-то как-то непонятно подошел, учитывая, что это уже не первый раз, когда ВП там с невероятной РНЖ цепляют тебя без проблем. Энигма очень всю игру теряются. Очень. Инфекс-бомба, Ворокл, можно забрать его. Да, Ворокл забрали. Там в это время ворвался ЛТВ на Виху. Вихи не дают ворваться в драку. Виха вот сейчас на ноге только бежит, а ЛТВ уходит. Вакуумом потянули майн-контрола. Пошел лассо, увозит Нуна. Ну, Нун очень жирный, не факт, что его смогут здесь пробить. Нун продолжает жить, сифоны раскидываются, и Нун выживает в итоге. Но погибает Миракл. В живых остается майн-контрол, и то ненадолго, тоже в таверну, и эта драка проиграна в салат просто Нигмой. Ну, в принципе, ГГ. Ну да, наверное. Экзорцизм, и ломаем сторону. А может быть и две, я хотел сказать, но там Т2 вышки стоят, к сожалению. Не сломаешь две. Ну, поиграют, видимо, еще Нигма, хотя это прям такая была драка решающая. Они все влили в Оракла, забрали его, дальше попытались подраться. Ну, просто им не хватает банально вещей. Слардара слишком быстро забирают, лайфстиллера недостаточно шмоток. Очень быстро. Я думаю, что все-таки вот стоит задуматься многим командам, которые играют против ВП, по поводу Эмбер Спирита. Потому что уже не первый раз мы видим ВП с Эмбером, которые вот так вот исполняют. Просто ЛТВ X10 играет от своего обычного перформанса. И его Эмбер Спирит реально это должен быть респект бан. Но пока что дают, и получается. Пытались законтрить. Но... На второй карте, может быть, попытаются забанить. Кто его знает, но пока все идет к тому, что ВП должны побеждать здесь, конечно. 10 тысяч уже перефарм, это достаточно серьезные деньги. И пока незаметно, чем камбэкать Нигме. Да, у них достаточно богатый лайфстиллер, но, к сожалению, другие герои слишком слабые. Так, смог пошел. ЛТВ это плохая цель, потому что у него есть... Так он еще здесь инвиз забрал, у него Аркейн Руна имеется в ботле. Если даже драка начнется, это будет драка в пользу ВП, по идее. Потому что с Аркейн Руна ЛТВ тут развалит Оракла всех. Оракла ищет, но Оракла не видно. Нашли, да. Врывается здесь сразу же на Солоча. Солоч успевает на себя закинуть сейф, он живет. Да, и вот он, ЛТВ уже врывается в драку под Аркейн Руной. Должны забирать Ремена. В итоге Ремена отпускает, только сейчас Соло его добивает, и все силы бросают на Миркла. Миркл отправляется в таверну, у него есть, конечно, байбек, но драка уже проиграна. Команда Enigma, Джейч тоже, скорее всего, не уйдет. Ну да, в общем-то, как мы видим, даже если Боракла убили, это ни на что бы не повлияло, потому что слишком много ресурсов тратит на то, чтобы зайти в него. В итоге он даже еще и успевает выжить, а вот лайфстиллер после этого заканчивается. Рейдж, кулдаун, и все. 12 тысяч на 25-й минуте. Но Нигма начинает играть в свою классическую макро-доту. Пытается сплит-пушить как-то по карте. Все, что им остается, наверное, снизу тут Виху. Вот уводит на себя пачку крипов. Но сюда уже подтягивается Заяц. Вместе с Соло Виху сейчас просто отправят в таверну. БКБ. Хотя, ДП. Но, к сожалению, сквозь БКБ здесь проблемы какие небольшие у команды ВП. С контролем. Да, ушел. Майн-контрола там избивают. Он под сайленсом. Ну, ЛТВ очень много уже урона с руки. Он, конечно, потерял Дейдалус, по-моему, в Курьере. Но не страшно. Тут, в общем-то, и без него нормально. А, это рецепт только был. Демонеджа еще нет. Аганим появляется у ДП. Ну, честно сказать, аутов нет. Опять же, играть в сплит в такой... Если бы это был не лайфстиллер и антимаг, я бы сказал бы, шансы еще есть у Нигмы зацепиться. Но, к сожалению, лайфстиллер не такой мобильный по карте, чтобы передвигаться и сплитпушить. Да, наверное, вообще никто здесь не поможет, потому что Эмбер Спирит есть. Эмбер Спирит, если что, может взять Аганим, и от него вообще никуда вообще не уйти. Да. Есть земелья, которые... Да и, в принципе, ВП вот очень подвижно играют. Они постоянно кого-то ловят, кого-то находят. Вот опять они идут куда-то и... Ну, и куда-то с целью убить. Ну вот на линии они вроде как должны были видеть Джейча. Да, вот сейчас его видят. Могут напасть на Рубика. На Рубика нападают, и Рубик сейчас умрет, скорее всего. Да, все, его там... Изи.
изи-фраг, и постоянно теряя кого-то, конечно, оказывается... Тут РМН еще мог подставиться, Соло за ним уже вроде как выехал, но РМН делает ТП. Соло сразу себя бафать начинает. На всякий случай. На всякий случай. Ну и вышку заберут, конечно, снизу. Аганимчик готов уже у Нунчика. Катапульта есть, крипы рядом. Экзорцизм также имеется, можно попробовать на ХГ даже. Почему бы нет, курьеров забирают тем временем ребята из команды Enigma. Да, ну что-то куда-то ушли в расчете на то, что ВП уйдут, ВП не уйдут. Но они не уйдут, у них экзорцизм, зачем? Два блинка появляются в команде Enigma, у Рубика и у Бэтрайдера. Может быть, сейчас за счет этих артефактов удастся что-то сделать интересное. Но тут Роман уже подставляется, и он уже погиб, считает, да. Так, пошло бомба, тем временем Миракл врывается, сразу же False Promise на себя кидает Соло. Соло выживает, погибает Mind Control, за Мираклом погоня. Миракла надо спасать, а Миракла отправлять в таверну без байбека. Все? Скорее всего. Я просто не понимаю, чего ожидают Enigma, делая абсолютно одни и те же вещи, сначала отставая 5000, потом 10. То есть они проворачивают драку, проигрывают ее, соперник становится сильнее, они пытаются сделать то же самое. В принципе, они делают правильные вещи. Они заходят, пытаются убить сначала Оракла, потом всех остальных. Но мне кажется, Оракл уже даже и наполовину ХП не проседает. Ну, мы видели уже по опыту Соло, что он там периодически заранее уже на себя начинает бафт кидать, чтобы его по-быстрому не забрали, чтобы одну кнопку он успел на себя нажать. Да, так и есть. Возможно, сейчас Enigma уже готовится ко второй карте, использует это для того, чтобы разогреться, подготовиться, расслабить оппонента. Как знаешь, вот когда выигрываешь какую-то игру, и в конце у тебя уже тотальный перевес, потом немножко тяжелее начинать на линиях опять с нуля, так сказать. Но все это смотрится, конечно, просто как... время, которое необходимо Enigma, чтобы прийти в себя. Там, не знаю, как боксер, который лезет в обнимашки. Ну да, да. Как футболист, который завязывает шнурки вместо того, чтобы пинать мяч. Чтобы отдышаться и так далее. Да, тут Виха снова может погибнуть. У него там блинк есть, можно помансить, правда, в КД. Единственная проблемка. Но он тут всех одурачил пока. За ним бежит уже Резолюшн. Вакуум, вкатывается Заяц. И Виха успевает уйти на блинке. Привязочка залетает, баночку откинул, сюда катится снова Заяц, но он выигрывает время просто для своей команды. Сюда, правда, подтягиваются основные силы команды Virtus.pro, БКБ, ТПАО. До свидания. Такая игра, в которой практически невозможно победить, сколько бы ты там ни катался, все равно... БКБ, ТПАО, контрит все. Да, и даже если тебя не найдут, то база никуда не убежит. Репэйр-кит, но он не особо поможет в данной ситуации. Там после того, как кулдаун ввели, вообще репэйр-кит перестал быть какой-то вот прям имбой при очень быстрых пушах, потому что ты вешаешь только один баф, если здание убили, на котором оно висело, а здесь так и будет. Ну что, последняя драка какая-то для команды Enigma. Готов врываться в их, в него запрыгивает Миракл. Как-то опять с фланга, не знаю, в спину выйти. Ну вот та же схема. Опять залетаем в Оракла, даем все в Оракла, убиваем его. Но опять же, если они его даже убьют, то... Ну, что дальше? Что дальше, непонятно. Потому что перебить ДП... Дарксир все захиливает, слишком много грязи делает. Вот опять же, этого героя вроде бы изменили, но с точки зрения начала игры, а здесь большинство вещей было сделано в начале игры, он нисколько не потерял, а с точки зрения тимфайта он вообще как был, так и остался. Вакуум есть, стенка есть, все. Ему больше ничего и не нужно. Так, ну что, баунти руны, скоро появится Рошан, 10 секунд остается времени, ну и если драться не будут за него Enigma, то как им защищать базу, не ясно, потому что там будет сыра Аегис. Я бы на месте Оракла брал бы Аегис. Не, ну реально, такое, знаешь, вот учитывая, что коров никак не убить, он их еще и подсейвит, берешь Аегис себе и все, и после этого Enigma должны писать ГГ и выходить. Но, конечно, так не будет. Да, Рошан появился, пока что линию отпушили ВП сверху и возвращаются в Рошпит. Там иллюзии стоят от Нунчика и все контролируют в Рошпите. Нунчик пока там тоже на линии немножко задержался, но он возвращается к команде. Я думаю, что сейчас единственный шанс для Enigma — это как раз-таки забыть про Оракла и, наоборот, вытянуть какого-то кора. А кого? Ну, у кого не будет Аегиса. Наверное... Ну, я к тому, что ты вытянешь кого-нибудь из коров, а там залетит False Promise, и что тогда? Вот именно вытянуть его так, чтобы Оракл не среагировал, это, конечно, ну, из области фантастики что-то. Но единственной целью здесь будет Дарксир, потому что Дарксир дает слишком много бафов, и если его зафиксировать надежно, то есть шанс его убить. Возможно, ему даже сыр не отдадут. Но если его не убить, то он даст все свои бафы, то есть он нажмет Грейвзы, Шиву, Лотус, Стенку, Стяжку.
и можно писать «до свидания». Так, Дейдалос появляется у нас у Миракла. Побольше урона будет теперь у Лайфстиллера. Это все, конечно, замечательно, но там скоро база будет гореть. А, ну, Лайфстиллера мало. Ему нужно иметь вот как ДП 20-ку, и чтобы у ДП было при этом 15. Да, а да, он имеет слишком мало. Как ему пробить Дарксира Шивы и вот эту ДП? Плюс еще Аегис на Эмбер Спирите. Совершенно верно отдали именно ему, потому что все-таки он самый хлипкий. Эрман отменил ДП здесь. Пытались как-то Нигма в спину, что ли, выйти, но в итоге решили просто АДФ сыграть. Ну что ж, давайте посмотрим. Пошел экзорцизм, да, пошел Repair Kit. На ХГ заходят парни из команды Virtus.pro. И, в принципе, свап. Попытка по-быстрому забрать АЛТВ. АЛТВ забирают. Минус Аегис. Ну а дальше что? РМН погибает. Отправляется в таверну без байбека. АЛТВ сейчас вернется. Привязка залетает по Мираклу. Миракл погибает тоже без байбека. И на этом игра заканчивается, скорее всего, для команды Нигма. Ну, это было что-то новое, ну, да. И это сработало, надо сказать. Но поздно. Вот теперь возникает вопрос, а что, если что-то подобное, свап винги под Disable, насколько я понимаю, то есть там под телекинез, под лассо, а что, если эту штуку было попробовать провернуть раньше и начать не 40 ласс, а какого-то кора, который раздает кучу урона, но уже не важно, потому что это была единственная попытка, и сейчас они теряют последнюю сторону. Fortification заканчивается. Вышка сбивается, и все, остается два барака, до Миракла 40 секунд. Но Нигма, да, они просто тянут время, они понимают, что им нужно как-то вот разогреться. Не думаю, что там сидит РМН и говорит, так, все, сейчас мы 40 секунд, и мы капетчем. Я думаю, что они уже все прекрасно понимают. Да, это мега-крипы. Уже на базе, на фонтане, точнее, находится Нигма, точнее, Виха и Джейч. Единственные ГГ. Живых. Да, ГГ. Ну, что сказать? Уверенная в одни игра. Ворота. Да, уверенная игра команды ВП. Вообще в одни ворота, без каких-либо шансов. И это, в общем-то, нам пока еще ни о чем не говорит с точки зрения серии, потому что зачастую БО3 серии, они для того и созданы, для того, чтобы команда одна, если не включилась на первой карте, включилась дальше. Но по первой карте абсолютно в одни ворота. Сверхуверенные линии. Немножко где-то отпустили Лайфстиллера, но вот ключевой момент был в миде. Потому что у ВП есть вот это сигнатурное состояние в миде, когда они пытаются забрать Т1 вышку, и часто там ломаются, скажем так. Но в этот раз они сломали Нигму и за счет этого смогли задоминировать. Студия аналитики подведет итоги этой карты. Образовательная минутка. Есть у нас такие два слова — чейн, цепь и фит-кормление. Так вот, случилось цепное кормление сейчас со стороны Нигмы. Ну, естественно, ВП молодцы. Уже третья карта подряд, которую мы видим. Суперскоростное продвижение, да, тотальный контроль, доминация, хардкор, садомия. Молодцы, просто красавцы. Опять же, вспоминается их противостояние против файвменов, где они точно таким же образом очень уверенно и быстро закрывали свои карты. Сейчас узнаем у наших аналитиков, которые считали, что Нигмы хороший драфт. Я с ними был полностью согласен, что же не получилось у Нигмы. Че, Серег? Перебываемся? Конечно, вы. Давай так. Нигма — это хорошо, но ВП сейчас лучше, ребят. Не знаю, просто была игра с одной стороны. ВП очень так сильно задоминировали. Хотя на линиях было все более-менее ровненько. То есть там даже вот эта двойная смерть Оракла, я уже подумал, сейчас разнесут. А потом раз стянулся Заяц, потом второй раз стянулся, и там уже хопа, у Слардара денег, как у четверки Рубика. И ты такой думаешь, ну, наверное, у них еще есть какой-то план. Что же они должны делать? Потом на дистанции минут 15, просто каждый раз, если герой в таверне, это герой Нигмы. Угу. Вот, смотри, 10-я минута на таймере, да? И вот с этого момента, вот сколько, 10 фрагов у Нигмы, до 27-й минуты счет увеличится, короче, будет 30, где-то 35, по-моему, у Virtus.pro, что-то из этой серии, и 13 будет у Нигмы. Это просто реально жесткий чейнфит. Тебе вот не нужно было делать, у тебя на всех лайнах все было идеально. У тебя лайфстиллер на легком лайне с быстрым медасом. Просто фармит, его как бы никто убить не может, да, там рейдж ТП, если что. На миде у тебя бетрайдер, он чуть хуже поставил лайн против ДП, но по нетворсам у него на самом деле все было-то неплохо. Вот они идут там по... Нет, это уже поздно. По нетворсам, в общем, они шли вровень, да. Снизу у тебя Слардар, в принципе, стоит фармит. Ему никто там ничего не делает. Вы убиваете постоянно этого Оракла и так далее. Даже Эмбер Спирит там еще один раз умер после как раз-таки Оракла. Все хорошо. Главное, что не нужно вам делать, это пытаться воевать около товаров. Mm-hmm. Потому что если вы где-то будете пытаться воевать около товаров, моментально полетает Эмбер Спирит, и вас разносит салат. Потому что Эмбер Спирит очень силен, вот как раз-таки на этом этапе, когда можешь куда-то перетянуться. Ну, это блинкер, это Смидо, вот герой, который очень любит перетягиваться и ловить как раз эту халяву, которую все уже потратила. Это не нужно было делать. Не нужно было защищать от Middle Tower, просто отдать его, потому что Virtus.pro там уже потратили минуты там 2-3 своего времени. У тебя сверху фармит Лайфстиллер, дальше продолжает Армлет, Дезолятор и так далее. Снизу у тебя то же самое делает Слардар.
А ты стоишь около этого тавера, подходит два суппорта, подходит винга на свой этот рейндж, постоянно кидает минус армор, понятное дело, ловит чейны от Эмбер Спирит, умирает. Рубик делает абсолютно то же самое, подвижен, его там два или три раза на одном и том же месте забрали, чуть выше мид-тавера, вот как раз-таки на подъем в лес. Зачем это делаете, непонятно. И вот так вот происходило на протяжении 15 минут, где-то с 10-й там по 25-ю. Да, пока не заиграли, в принципе. Да, Virtus.pro сделали 20 фрагов, и безответных. Вот как мы хайлайт смотрели на 10-й минуте, да, было 10 фрагов, сейчас 12. 16 глум. Да, 16 глум. Вот этот отрезок играет Virtus.pro. Это просто фитбол. Вот только что сделал РМН. Он просто подошел вот на значок, где Энигма, да, на вот эту аватарку, которая на земле, и кинул оттуда террор. Зачем ты это сделал? Непонятно. Отдай это тауру уже к чертям собачьим и делай это с хайграунда. Зачем ты подходишь и просто делаешь фит и сидишь в таверне 25 секунд? Да, супер. Неизвестно. Странно. Энигма... А потом принимаете игрок 4 на 5. У Энигмы тимфайт никакущий вообще. Вот именно если ВП идут в пятером, вот их кнопочки в разы сильнее. Но у Энигмы сильно пиков. Они должны растянуть кого-то, заставить кого-то вернуться, ТП-шнуться на вышку, и самим надо задавать темп какой-то. Они отвечали всю игру, вот с минуты 10 они на все отвечали. И в итоге раз неудачно, 2, 3, 4, уже 20 фрагов они отдали минимум. Опять же, на счет посмотрели, на 10 минуте счет был 10-10. Да. Игра закончилась, они сделали 3 фрага, 31 к 3. Ну смотри, мы не до конца перебываемся, потому что в один момент мы говорили, что если ребята вот из ВП будут нон-стоп драться, у них все будет хорошо. Не, на самом деле, мы знаем, да, априори, любой сноубол, неважен какой драфт, если есть сноубол, если он идет настолько плотно, и вообще нет никакого смысла обсуждать именно какие герои в этом сноуболе были задействованы. А так, да, у меня подозрение, что самая главная проблема была то, что Виха по дефолту уже играет на своем бетрайдере, должен создавать нереальное количество спейса и напрягать везде, ему просто тупо не с кем это было делать, да, у тебя просто проиграна линия, и у тебя нет слардара активного, у тебя медосированный Найкс. И ты такой, ну ладно, я попытаюсь сам что-то сделать, Ты можешь просто не драться. Ты пытаешься принимать драки с Vengeful Spirit и с Рубиком, а с Лордаром без даггера и с Ластиллером, который не хочет драться вообще, ему хочет еще там дизоль нафармить. Вот, и у тебя Эмбер Спирит губ постоянно прилетает и контрит просто всех. У тебя блокинбара нет, Рубик с Вингой — это слабые суппорты, которые, в принципе, ничего не могут сделать, только там пару скиллов кинуть, чтобы ты всех убил. Все, Эмбер Спирит прилетает, убивает всех троих. Если ты кого-то пытаешься гангануть, это то же самое ДП. Мне кажется, они со стилем игры не разобрались. Один хочет вроде как какой-то движ делать, другие хотят пофармить. Сапики не понимают, куда метаться в итоге. И вот у нас еще вот как вроде бы оффлейнер с Лордар, 1.12.6, но я вот обычно привык, когда вот так, наверное, саппорт играет, с транквилами бегает, метку кидает. А это как бы вроде твой кор, но из-за того, что вот с Глиммером. Из-за того, что твоя команда не понимает, в какой стиль играть, он тоже не понимал, что делать. Я просто бегал, кидал метку, умирал. И так всю игру. И сравним Dark Seer от Resolution, который был бы в конце карты Top Blunt Wars. Вот у него все было простенько, все понятно. Они толкают линии, они дерутся, они выигрывают драки, все отлично. Он жмет грифсы, и все классно. А с Лордаром ты не можешь так делать. Ну как? У тебя герой просто не способен на тимфайт. Он без шмоток и без левела. А у него денег было очень мало, очень мало. Ну, в какой-то момент у него было ниже собственного Рубика, да? Да, то есть. Если ты позиция 3, а у тебя меньше, чем у позиции 4, то все грустно. Ну, а перед тем, как мы отправимся с вами на паузу, то напомню вам о том, что на Cybersport.ru появились донаты в блогах, опять же, за контент, и чего можете отблагодарить такого же работягу, как и вы, всего лишь 2 клика. Поэтому читайте и благодарите. А мы отправляемся отдыхать.